мальчик стоит этой Глаши Кокориных-то. Рядом с вашим отцом. Да, это крыша-то, да, вот. Да, вот этот домик стоит. Деревня Глекмашор Кировской области. Заброшенные деревни и поля России. Стоит мамин, где мама. Вот здесь была деревня раньше Глекмашор. Все, ничего из нее не осталось. Все заросло. У Ивана Матвеевича долго стояла, это уже углубли на дровах. Деревня Глекмашор Кировской области.